Краснодар не остался в стороне. Сегодня рано утром 15 городских автобусов и водовозки были отправлены в Туапсинский район. Евгений Превышов лично оценил ситуацию на станции «Краснодар-1», где находится более 250 человек. Сейчас уже прошло 6 часов, или сколько? Нужно организовать горячее питание. Мы сейчас все это наладим. То есть вопрос в том, где это сейчас будет происходить, мы должны с вами определиться. То есть первое питание. Еще раз посмотрим по количеству возможного пребывания людей, которые еще будут доставляться. Ну и дальше уже давайте обсудим все вопросы. 120 детей ехали из Санкт-Петербурга в Краснодарский край. Одни на соревнования, другие на тренировки. Вынужденную остановку поезд из северной столицы сделал в нашем городе. Причина остановки – размытые пути в районе Туапсе. Но ребята молодые и активные, все спортсмены и танцоры, поэтому такая ситуация их не расстроила. В принципе, дети веселые, довольные, все активны друг с другом, помогают друг другу. Проблем нет, дети все молодцы. К молодежи первыми поспешили медики, но осмотр показал, что юные гости Краснодара в полном порядке. Чуть позже ребятам привезли горячую еду, дымящийся суп и аппетитное второе моментально разлетелись по вагонам. Городом было приготовлено на территории комбината школьного питания, который обслуживает школьные пищеблоки, полный комплекс для горячего питания. Это и первое, и второе, и горячий чай, хлеб. Безусловно, потому что ситуация такая, что каждый может из нас оказаться, и дети не должны быть голодными, безусловно. Поэтому было организовано буквально в течение часа после того, как мы узнали, что здесь дети, вот такое питание. То, что касается качества питания, безусловно, оно под контролем, потому что приготовлено на школьно-базовой столовой, которая буквально в первой половине дня кормила детей, тут же приступила к приготовлению уверенно качественного и безопасного питания. На вокзале продолжают дежурить медики и полицейские, готовые помочь пассажирам отставшего от расписания поезда. Кроме того, глава Краснодара Евгений Превышов дал поручение руководителям всех городских служб установить круглосуточное дежурство, чтобы контролировать ситуацию и при необходимости оказать всевозможную помощь.